А вы видели раньше следы подтопления? Подтопление, но периодически подтапливает. А откуда подтапливают? С квартиры выше или откуда? Подтапливал вот здесь вот, топил чердак нас, призывал слесарей, на чердаке идет трубу они делали. А значит, выше комнаты тоже вся в воде? Может быть и такое. В субботу утром 6 около того услышал треск. Поднялся, смотрю, прогибается все, трещит, выдернул дочь отсюда. Ну все, практически тут же рухнуло. А диван-то вот там в углу стоит? Да. То есть вы вообще ее прям вот секунды, да? Голова, да, именно вот там и находилась. Там не живут соседи сверху-то у вас? Так вот, непонятно, то ли живут, то ли нет. Но поднимался, не раз достучаться не могу. А, есть ключ у вас? Отлично. Я вчера у нее взяла ключ и специально сегодня осталась. Будьте добры, пустите нас посмотреть, что там происходит. Гуляем. У нее тоже падает потолок. То же самое. Что будет, давай. Кто проживает в квартире? Ваша девочка. А к вам сосед-то не подходил вот снизу, у которого потолок-то обрушился на ребенка? Нет, он у нас, когда топило, здесь вообще никто не жил. Когда топило, первый раз затопило, когда, он прибежал к нам, сосед, но у нас уже сюда доступа не было, на чердак залезли, вроде поставили хомутик, приехали, ну а толку от этого хомута, ночью опять прорвало, опять второй раз все затопило, и она, когда приехала, мы вызвали эту девочку, она приехала, здесь вот прямо вообще все, вот такая лужа, как была воды, все в воде. Два раза вызывали, да, приходят, штутики ставят. Да, там. Да, а пол-то целый, там дыры-то нету никакой, вообще даже не грамма. Там же утеплитель какой-то есть. Да, вот он себя набрал. Он себя набрал, да. И провалился. Ну, ему ей выветриться негде было, вот она. На втором-то этаже ситуация какая? У него же было все приклеено, он и не видел, что у него проблемы. А когда разом рухнуло, оно и появилось. Там балку посмотрим. Там сейчас лесенку посмотрим, поставим балку, посмотрим. Балку, если балка живая, то там ничего страшного.